ноты я оставлю внизу по ссылке на моем канале Boosty. Там вы можете скачать эти бесплатные ноты, а также посмотреть еще другие нотки, которые вас интересуют вместе с разбором. Ну что, попробуем разобрать эту прекрасную мелодию. Тут у нас будет две части, две странички. Кстати, записывайтесь ко мне на занятия на фортепиано, если вы хотите научиться читать ноты так же просто, как вы читаете любой текст. Что у меня тут? Ну вот, у меня книжка. Значит, если вы хотите научиться читать нотки, можете записываться ко мне на занятия. Приступаем к разбору. У нас тут три четверти, мы будем считать до шести, либо до трех. Можем считать раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте все-таки до шести, так будет мне легче. Так, ну что, попробуем начать с правой руки. Начинаем мы с ноты ми и двигаемся вниз. Давайте начнем лучше с четвертого пальца и пробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смена. Одна нотка идет вниз, а две первые остаются. Раз, два, три. Повторяем. Ну вот, 4 такта мы с вами посмотрели. Итак, если вы всегда задавались вопросом, почему некоторые палочки идут вверх, некоторые палочки идут вниз, просто помните о том, что это для красоты. Вот так вот. Если нота написана ниже третьей линейки, то ее штиль, то есть вот эта вот палочка, будет смотреть вверх. Если выше третьей линейки, то ее штиль будет смотреть вниз. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что мы играем все на легато. Да, мы подключим ногу, и педаль нам позволит сделать лучше легато, но не забывайте о том, что пальцевое легато всегда имеет преимущество. И старайтесь всегда связывать пальчиками, если это возможно. Давайте посмотрим левую руку сразу же. Обратите внимание на то, что левый играет в скрипичном ключе. Да-да, это стереотип о том, что скрипичный ключ только для правой, басовый ключ только для левой. Нет, левая рука может играть в скрипичном ключе. Может и тут играть, и тут играть, и тут играть. И если левой руке нужно будет что-то здесь сыграть, то ну, нецелесообразно писать в басовом ключе 1000 добавочных, чтобы написать тут ноту. Мы просто ставим скрипичный ключ и ноту. И мы понимаем, что на нижней линейке будет написана левая рука. Смотрим, какие ноты в левой руке. Ля, до, ми, до. Раз, два, три, четыре. Повторяем. И спускаемся первую ноту вниз. Все остальные на месте. Раз, два. Так, и давайте соединим две руки вместе. Что у нас получится? Пока играем без педали и тренируем пальцевое легато. Вы можете просто собрать в такте все ноты в кучу. Вот, значит, это у нас первый, второй такт. Вот эти ноты в третьем и четвертом такте. Оп, оп. И мы запомнили, и уже будем разыгрывать все нотки вот в этих аккордах. Следующий аккорд. Просто, конечно.
Конечно, это такой лайфхак, когда мы собираем все нотки, и нам тогда проще играть. Кстати, если вы хотите улучшить свою технику, переходите ко мне по ссылочке внизу на Boosty, там у меня есть курсы по технике, по вообще по нотной грамоте, очень много всяких авторских нот для начинающих и уже, знаете, для такого среднего уровня. Переходим дальше, смотрим правую руку. Так, фа, до. Снова повторение. И меняется всего лишь одна нотка в середине. Фа, ре, ля. И вот тут кончик мы играем по-другому немножко. Та-та. Вот так. И смотрим левую руку. Только одну ноту на ре. И тут меняем одну нотку. Вот такой вот интересно получилась левая рука. Соединяем вместе, какие у нас там ноты. Сначала идет так, потом идет так, и потом идет вот так. Если мы тем же способом собираем все аккорды. Ну, пробую играть, как написано в нотах. Немножко они, конечно же, так сказать, чешутся эти нотки друг об друга, такой диссонанс появляется, но я думаю, что дальше у нас все будет более красиво. Нужно иногда давать перчинку в нашу музыку, чтобы она не была, так сказать, сладкой-сладкой такой. Вот мы с вами разобрали 8 первых тактов. Давайте я вам сыграю сейчас их в таком более быстром темпе. Смотрите, кстати, когда в быстром темпе играешь, вот этого вот диссонанса особо не слышно, потому что и педаль смягчает, и, так сказать, скорость тоже проносит нас в этом прекрасном облаке. Кстати, я вам хочу сказать о том, что быстро играть намного легче, чем медленно. Ну, об этом я рассказывала в своем каком-то предыдущем видео, поэтому можете заглянуть туда и посмотреть. Ну что, пробуем дальше. Правая рука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. А теперь сюрприз. Правая рука убегает в басовый ключ и нажимает вот эту вот нотку. 5, 6, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот фокус у нас такой получился. Давайте посмотрим, что у нас левая рука играет. Раз. Меняется одна нотка. И снова. Соединяем две руки вместе. Если, смотрите, можно считать до шести. Давайте я вам покажу, как считать до трех. Раз, два, три. Раз, вы сейчас скажете, так, Валентина, непонятно, почему ты считаешь до шести, если у нас три четверти, мы должны считать раз, и два, и три, и... Но, смотрите, мы можем считать хоть
Палка-ложка, палка-ложка, палка-ложка. Хоть как-нибудь А, Б, А, Б, А, Б. Хоть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Главное, чтобы мы, так сказать, когда у нас стоит три четверти в произведении, у нас вверху показано, что у нас мерная чаша, это в такте должно быть три именно четверти. Мы понимаем, что эта четверть, она состоит из двух восьмых. То есть у нас будет в такте либо три четверти, либо шесть восьмых, либо сколько шестнадцатых? Напишите в комментариях. Три четвертых – это сколько шестнадцатых? Вот проверим. Так вот, мы берем цифры просто как какой-то объект, которым мы считаем. То есть люди договорились, давайте будем брать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? Мы можем брать не цифры, а буквы А, Б, С, Д, Е, Ф. То есть любые какие-то слова, какие-то звуковые волны, чтобы нам легче было отсчитывать, чтобы все наши нотки были одинаковые. То есть если в один такт у нас условно длится 5 секунд, то второй такт тоже должен длиться 5 секунд. И чтобы у нас не было такого, что мы первый такт играем так. Поэтому я могу считать раз и два и три, и могу считать раз, два, три, четыре, пять, шесть. Могу считать вилка-ложка, вилка-ложка, вилка-ложка. Главное, чтобы у меня все было ровненько. Так. Попробуем дальше, да, посмотреть, что у нас идет снова. Правая рука в скрипичном ключе. Да, и вот тут у нас четверть с точкой. Мы просто посмотрим, какие ноты сочетаются с левой рукой, чтобы нам было легче тоже считать и ориентироваться. Что у нас в левой руке? И вместе двумя руками. Дальше правую руку. Тоже просто. Обращайте внимание на то, что когда вы играете октаву, всегда должна, так сказать, высвечивать верхняя нотка. Всегда по краям, запомните, у нас самые громкие ноты. То есть, если мы даже играем, то вот эта нота, она будет всегда звучать громче. И вы должны постараться, чтобы это было мягко. А эти как бы внутри, они заполняют. Это, знаете, как наш тортик. Коржики сверху, сверху и снизу, они образуют у нас форму. А внутри это начинка. И у нас должна быть, вот так сказать, вот эта вот основа, она должна быть довольно-таки хорошо прослушиваться. Поэтому всегда старайтесь нижнюю нотку ее, так сказать, подчеркнуть. Пробуем левую руку. И соединяем вместе. Теперь, когда мы правую руку перенесли вниз, нам нужно провести вот эту вот мелодию. Все равно у нас идет мелодия. До, си, ля, ми, до. И вот это как бы эхо. До-ро-ро. Тоже мы должны это так вот пропеть. Та-ра-рам.
не просто так прокинуть ее, а вот провести вот мелодию. И смотрим дальше. А вот дальше не совсем мое любимое место, потому что тут перекрещиваются руки, и в итоге нам придется от одной нотки отказаться. Сейчас посмотрим. Раз. И вот отсюда. Вот так вот написано в оригинале, но мы немножко по-другому будем играть, потому что у нас руки тут будут переплетаться. Что ли играет левая рука? И давайте посмотрим, как это все вместе будет. Из этого места я отказываюсь от нижней нотки, играю только верхнюю. Да, иногда мы так можем сделать, можем, конечно же, наслоить, но давайте посмотрим, как если мы все-таки будем наслаивать, как оно будет звучать. Неудобно. Так, отказываемся от этой затеи. Все нижние нотки мы просто их убираем. И приходим к последнему такту. Так, я переворачиваю листик. И у нас левая рука перемещается в басовый ключ. Давайте посмотрим. Давайте сразу двумя руками, да, потому что тут уже идет довольно-таки просто. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Прошу вас, умоляю на коленях, доигрывайте 2-3. Раз, два, три. Чтобы не было так. Раз, два, три, 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 раз. Да? 2-3 это тоже полноценная мелодия, потому что если мы выкидываем хоть какую-то долю, вот представляете сразу же человека, если мы из человека выкидываем кусок руки, простите, пожалуйста, за такое сравнение, как бы, ну, будет уже, ну, не совсем, да? Поэтому в музыке тоже каждая частичка важна. Каждая доля, она прям очень важна. Идем с вами дальше. Раз, два. Это вторая такая часть. Ну что, мы с вами молодцы, разобрали все. Теперь мы можем подключать педаль. Педаль мы нажимаем преимущественно в начале каждого такта. Но по поводу педали я вам только дам совет. В начале каждого такта, а дальше вы смотрите, регулируете по слуху. Потому что, возможно, если вы играете на настоящем инструменте, менять педаль вам придется чаще, потому что акустика, струны, вот это вот эхо, обертоны. Если вы играете на электронном, возможно, вы сможете и 2 такта играть на одной педали. Даже на педаль, понимаете, влияет и помещение, в котором вы находитесь. Поэтому тут все зависит от вашего слуха. Поэтому, ну,
Увы, тут я ничем не могу вам помочь.